Внимательно слушаем, Дмитрий. После команд стоп не работаем. Пожали руки, удачи войти по углам. Так, все готово к началу этого противостояния. Мурат Абдурахманов, Серджи де Соуза, Файтер из Бразилии. Накануне, как мы уже говорили, была очень интересная церемония face-to-face, стердаун, когда оба бойцы встретились впервые перед поединком лицом к лицу. И раздали очень интересные интервью. Там было много достаточно сильных заявлений. Мурат Абдурахманов сегодня, конечно же, может быть, скажем так, не пообещал, но планирует занести в свою копилку 7-ю победу. Земляк наш боец, поэтому мы очень надеемся, что он одержит победу. Он является одним из самых известных, одним из звезд этого промоушена NFC, поэтому мы ждем от него победы. Но, как мы все знаем, бразильцы, они всегда идут до конца, сражаются. Они войны, вся вот эта смешанная единоборство, этот спорт появился у них, поэтому это будет непростой бой. И, как мы все знаем, что очень серьезная весовая категория, и удар может изменить весь поединок, поэтому мы ожидаем очень серьезное противостояние. Бразилец сразу же с начала поединка пошел в атаку, вернее в борьбу, и вот мы видим, что сейчас он взял за ногу Мурата, по всей видимости. Все-таки, наверное, будет он предпочитать, да? Сейчас Мурат, да, Мурат все делает правильно, делает защиту. Главное здесь не забиться, потому что именно в этих позиционных борьбе бразильцы сильные. Бразилец сам борец, чемпион мира, джиу-джитсу бразильское, поэтому здесь Мураду, ну, Мурат очень правильно работает, правильно делает. Тут главное все сделать с умом и дальше вести, стараться ему надо больше оставаться на ногах и не лезть в парк. Вот сейчас Мурат оказывается в позиции сверху в партере. Была попытка добивания, но здесь главное не потерять концентрацию. Именно в таких моментах забирает победу. Здесь победа. Очень хорошая победа. Поддержать местный промоушен, чтобы сделать популяризацию восстания этого вид спорта. Я обязательно в будущем выступлю на этом турнире, и мы обязательно сделаем это. Ну все, друзья, это...